Всем привет! И хочу поделиться еще очередной посылочкой из Китая, покупками своими. Это рюкзак. Стоит такой рюкзак на Алиэкспресс $5.60. Ну, дочь заказала себе вот такого сиреневого, ну, красивый сиреневый. Такой он даже сиренево-розовый какой-то цвет. Интересный. Ну, в общем, вот такой вот рюкзачок. Здесь регулируется длина. Вот такие ремешочки. Слегка мягкая. Так. В принципе, прошит, вот могу сказать, что аккуратно, особо там нитки или какие-то неровности, строчки я не вижу. В принципе, все очень даже хорошо. Ну и довольно-таки вместительный, он не маленький. Вот. Здесь есть вот карманчик такой поменьше. Карман на змеечке. Вот. И вот здесь просто одно такое вот большое отделение. Внутри карманов нету. Вот. Просто одно большое отделение. Ну, хороший рюкзачок, мне нравится. Цвет, конечно, если бы себе, я бы покупала бы что-нибудь потемнее. Но для молодежи, для лета, вот бегать с таким, ну, отличный. Так, ага, змеечка здесь вот можно, она как бы двойная, можно вот вообще посерединке застегнуть и тянуть в любую сторону расстегивать, кому как удобно. Вот так. Ну, вот такой рюкзачок. Ссылочку, как всегда, на магазин, где покупали, брошу в описании, кому интересно. Посылка, кстати, пришла очень быстро, пришла где-то недели за полторы. Очень быстро прислали посылочку. Вот. В общем, мы всем довольны. Ну и пока дочь не забрала, я решила быстро сделать обзор, потому что потом могу просто не успеть. Затаскает и все. Ну, вот поделилась я покупочкой очередной. Пишите ваши комментарии, переходите по ссылке, кому интересно, кого интересуют тоже такие рюкзачки. Всем спасибо за внимание. Смотрите другие видео. Всем пока-пока.